Добрый день, друзья! В сегодняшнем видео расскажу, как у меня поживает устома, как она растет, развивается, какие результаты посева. Сеяла я устому, начинала с 16 октября. Вот я посеяла 5 семечек, из 5 семечек 3 семечка благополучно развиваются. Ну, вот это маленько отстает в развитии, но это не страшно. Что я буду делать в ближайшие дни, буквально завтра, я буду пикировать, потому что уже пора. Что идем дальше? Значит, этот контейнер у меня посеян был 22 числа. Надеюсь, видно будет, чтобы они не упали. Вот. Вот видите, в каком они состоянии, как взошли. Ну, выпад небольшой. Вот раз, два, три. Буквально три семечка. Я считаю, что это самый удачный мой посев. Вот. И я довольна. Но тоже вот одно отстает чуточку. Ну, не критично. Я думаю, что это вполне нормально. И вот 27 числа я снимала видео. Сеяла 15 штук. Три вида по 5 штучек. Ну, вот видите, у меня как-то по убывающей пошло. Значит, 4 штучки одного вида. А вот это погибает. Значит, тоже, ну, то ли 3, то ли 2 будет, и 2 штучки в итоге. Вот, что я хотела вам показать, в какой стадии у меня развиваются устомы. Все с ними хорошо. Завтра я буду пикировать, я обязательно сниму видео. Это коротенечкое такое видео. И я вам это самое расскажу. Еще пеларгонию. Я ее тоже посеяла и тоже расскажу. Какую пеларгонию я сеяла? Ну и как обычно, я думала 5 штук, там 5 штук, ну самый минимум. Оказывается, нет. Оказывается, еще бывает не 5 штук, а 4 штуки. Вот, посмотрите, вот здесь написано. 4 штуки. Видите, да? Я, значит, сделала 1, 2, 3, 4 в середине 5. Но я его потом засыпала. И все, я сделала углубление. Значит, еще раз скажу, 4 штучки. Кипяточком туда немножко увлажнила. Прямо чайничек вскипел. Немножко постоял. Он буквально там 5-10 минут, чтобы немножко остыло. Ну, градусов 80 пускай будет. Потом я разложила семечки, еще сверху покапала из спринцовки тоже кипяточком, потому что семена у пеларгонии, сами знаете, кто уже сеял это самое, я не раз ее сею, у нее немножко в оболочке семена. И вот чтобы кто-то разрушает эту оболочку, называется скарификация это. Процедура, кто-то соскребает там наждачной бумагой, кто-то при помощи ножика такого, или там как-то так приспосабливается. Вот, ну, я при помощи кипяточка немножко решила разрушить вот эту оболочку. И вот, и немножко засыпала. Все, сверху поливать уже не стала. Потом у меня вот есть вот такой ящичек, он из пенопласта. Я сюда поставила, это из-под какой-то техники, что-то покупали и осталось, и я их удобно очень использую. Потом, значит, взяла вот такой у меня есть пакет с замочком. Он прозрачный, потому что свет нужен для прорастания семечки, семян. Вот, потом, значит, я взяла резиночки. Денежные две штучки обыкновенные. Их между собой связала, потому что они не натянулись обе. И все. И вот так заделала. Все. И теперь у меня стоит оно на досветке. Это я делала поздно вечером вчера. Значит, температура у нас вот такая. Видно, надеюсь. Ну, вот об этом я хотела с вами немножко поделиться. Что у меня творится, что делается. Вот такие дела. Ну, все. Интересно было. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пишите пожелания, комментарии, советы. Прислушиваться буду обязательно.
общаться буду. То же самое. Всем всего хорошего, удачных посевов, удачных быстрых всходов, дружных всходов. И до новых встреч. Хочу показать. У нас снег выпал. Ой, сколько снега. Как хорошо. Вон, правда, там под снегом лед. Как бы мне не грохнуться. Вышла показать, что у нас делается. Там ушел. Это его следы. Когда он утром шел. Вот такие. Вот такой снег у нас сегодня. Офигительный. И потеплело очень так хорошо. Вот здесь у меня розочки. Ну, я так, вечерняя зарисовочка. Покажу вам на концовочку. Вот наша сосенка. Ну, соседи топят печь. Прям пахнет так хорошо. И вот столько у нас уже снега нападало. Так хорошо. Все покрыло уже. Ну, давно покрыло, это я так говорю. Вот. Солнышко уже закатилось. Стоит угрюмый. Вот такой у нас вид. Тоже я тут прошла. Ну, а пускай будет снег. Я даже мужу скажу, чтобы он его не убирал. А то вы знаете, у нас там под ним прям лед, я иду потихонечку. Пускай немножко притопчется. А то так вот опасно. Вот здесь у меня комната садовая. Я уже жалюзи закрыла. Вот сейчас я вам оттуда снимала. Как-то так. Вот дорога в сарай. Наша сено. Такая шапка большая из снега. Вот так вот. Ой, вид. Зимний вид. Ну все. Всем пока!